огня. Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Стив, ты можешь? Остановитесь! Джессика! Господи! Господь! Черт! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Ужас. 6 часов до рассвета. Плохо дело. Совсем плохо. Майк. Территория лечебницы. 1:03. Давайте проникнем на территорию лечебницы. Для этого нам нужно перелезть через ограду. Теперь бы еще понять, куда идти. Ну, пойдем на те фонарики на освещение. Тут еще кто-то с собакой ходил. Непонятно, какой-то охранник или кто он там. Да, ну честно говоря, я стойкости героя дивлюсь. В одной майке ходить так, не мерзнуть. Ну, прям вообще мачо. Так, что с воротами? На случай отступления. Что тут у нас? Очередной тотем. И на этот раз наведение. Тотем удачи. Смотрите-ка. Какой-то положительный тотем попался. Позитивный, я бы даже сказал. Так. Прогулочным шагом продолжаем двигаться к нашей цели. И вот мы попадаем ко входу в эту лечебницу. Так, что тут у нас? Отлично. Да, почему бы мне не оказаться под снос, в самом же месте? Проживание в этом здании, любое его использование запрещено по закону. Понятно. Здание в аварийном состоянии, значит, находится. Но кто-то здесь все-таки проживает, как мы поняли. Так, окно в подвал. Давайте-ка попробуем вытащить. Ну. Отлично. И давайте-ка вот сюда залазить. Зараза. Блин, темно, конечно, тут. Неизвестно, какой ужас здесь поджидает. Фонарь слишком не дает много света. Идем почти в потемках. Так, что тут на бочке лежит? Надо будет посмотреть. Так, и на полу давайте глянем. Очередной тотем. И это страшное заведение. Какой-то нехороший. Тотем утраты. Понятно. За всю игру нам только попался один положительный тотем удачи. Дальше.
можно влезть в нее и уже наверх. Посмотрим, что здесь. На этих стеллажах. Наш вес. Ну, вроде бы да. Вентиляция, что ли? Непонятно. Или это то окно, откуда мы спрыгнули? Вообще непонятно. Так. Что-то впереди опять у нас маячит. Что это такое? А, ну понятно. Просто это можно с этой помощью, с его помощью залезть наверх. Другое дело. Думал, если честно, какую-нибудь вещицу нам подарят. В виде обрезка трубы или еще чего-нибудь, чтобы отмахиваться от врагов. Заблокировано. Нужно найти другой путь. Здесь мы явно не пойдем. Ну что ж, давайте искать. Что тут еще есть интересного? Здесь какой-то документ у нас, да? Давайте-ка ознакомимся. Так, записка. 4 января 52 года. Персонал лечебницы от мистера Руса. Спасение шахтеров. Так, завтра должна завершиться операция по спасению шахтеров. Подготовьте все койки в отделение. Прибудет пресса. И они должны увидеть, что мы окружили шахтеров заботой и уходом. Не забывайте, что представителям прессы запрещен вход в психиатрическое отделение. Невыполнение этих указаний плохо отразится на репутации врачей. И... последует немедленное увольнение. Что ж, понятно. Как всегда, грозятся. Так, а на обратной стороне? Тут нужна прищепка для носа. Как они отвратительно пахнут. Что ж, интересно. Так, и эта дверь открыта. Удача. Бинго. Так, ничего там на нас сверху не упадет. Что-то непонятно. Ладно, давайте посмотрим в другом месте еще, что есть. Так, это вот у нас куда идет? Ты смотри. Санаторий, лечебница. Открыто в 22-м году в здоровом теле здоровый дух. Да, тут бродить можно долго. Сейф. О, что тут у нас? Кому-то не терпелось заглянуть внутрь. Давай, открывайся. Не поддается. Еще раз. Отлично. И там какие-то деньги, что ли? Нет документов. Карточки табельного учета. 30 вот карточек табельного посмотри. Учета. Там ничего интересного нет. Это, наверное, типа регистратуры что-то такое. Видимо, да. Продолжим тогда изучать это местечко. Это как-то депресняк оно нагоняет. Уныло как-то здесь все. Полнейшая разруха. Мрачновато все. Так, а это фотоаппарат. Разбитая камера. Я тут оставил, интересно. Так, ну что,
особенного. И очередная какая-то вещица тут. Что это? Так, газета на гребле. Блэквуд совершено нападение на репортера. Вчера репортер из здания Альберта Пост был госпитализирован в результате нападения, совершенного сотрудниками службы охраны лечебницы Блэквуд. Он так, корреспондент хотел провести интервью с шахтерами, спасенными в минувший вторник. Они больше 3 недель провели под землей после того, как в декабре обрушилась шахта северо-западной горнодобывающей компании. Теперь этим людям, страдающим от истощения и шока, оказывают помощь в лечебнице Блэквуд. Джефферсон Брэк, единоличный владелец северо-западной горнодобывающей компании лечебницы Блэквуд, сообщил пост, что он сожалеет об этом инциденте и что по данному факту будет проведена служебная проверка. Он также заявил, что Бернштейн находился на территории лечебницы без разрешения. По предварительным данным, Бернштейн возмутился тем, что у него конфисковали камеру, началась перепалка, а затем драка. А, так вот, наверное, это разбитая камера того самого репортера, этого Бернштейна была. Скорее всего, да. Потому что снимать здесь особо-то нечего было. Так, продолжим поиски. И давайте-ка вот здесь мы вот еще не были. Пойдем в это крыло. Что тут есть вообще? Так, что-то вот вижу опять. Документ какой-то. Ознакомимся. И это протокол медосвидетельствования шахтеров. Врач Бауна, медзаключение о 12 шахтеров, попавших в завал в шахте Blackwood Pines и впоследствии спасенных. Состояние при поступлении. Так, мы ожидали увидеть людей в состоянии крайнего истощения, страдающих от голода. К счастью, шахтеры оказались относительно здоровы. Это можно объяснить тем, что они обнаружили в шахте запасы еды. У нескольких пожилых пациентов было диагностировано затруднение дыхания, как и ожидалось, а также симптомы пневмонии. Что касается психоаспекта, после 23-дневного заточения под землей некоторые из них испытывают трудности с реинтеграцией в общество. Хотя физсостояние пациентов оказалось лучше, чем ожидали, пребывание в шахте, несомненно, сказалось на этих людях. Курс лечения. Так. Приняли их в крыло А, закрыли его. При первой возможности будет проведено психобследование. Пациентам с респираторными проблемами проведена бронхоскопия и прописан курс стрептомицина. Остальных мы просто держим под 24-часовым наблюдением. Подпись доктор Боуэн. Так, один из них попытался меня укусить. Я сообщу об этом. Подпись доктор Боуэн. Да, буйные пациенты. Ну что ж, видимо, это путь у нас в блок А, наверное, в крыло А. Я так думаю, или нет? Давайте смотреть. Спускаемся ниже. Что это? Ворон. Хрена себе. И гадость. Реально тесак. Кто-то сильно вогнал в дерево. И что-то тут свежее разделывали что-то. Так, ну ладно, пригодится. Отлично, хоть обзавелись кое-каким оружием. Что здесь? Смирительное кресло. Больше на электрический стул. А здесь похоже. Что случилось? Это, видимо, для особо буйных. Или кому лоботомию делали.
Да. Мрачноватое местечко все-таки. Так, ну, пойдем дальше. Ответить незамедлительно. Репортеров и всех прочих, кто будет лезть с вопросами, не пускать ни в коем случае. Телеграмма о шахтерах. Надо прятать от журналистов этот мистеру райский Брэдли. Уголок. Так, прибыли 12 выживших. Симптомы психической травмы. Может понадобиться изоляция. Местная пресса почуяла запах крови. У нас начинаются проблемы. Жду распоряжений. Так вот что. Хотели они скрыть улики. Скрыть правду от прессы. И от общественности, что здесь произошло. Понятно. В общем, и здесь бюрократия сплошная. Так, это что за скелет там такой? Что за чучело? Или это реальный скелет? Непонятно. Какая-то рука еще и шевелится. Интересно. Он их что, этим кормил? Это не бирка какая-то. Что-то какие-то тут ужасы творятся. Непонятные. Так, а там что у нас? Мелькает. Давайте-ка посмотрим. Да уж, чем дальше, тем лучше. Странный череп. Да уж, кунсткамера отдыхает. Здесь у нас может быть. Николас Боуэн, 24 февраля 52 года, подвергся нападению со стороны пациента, рваной раны на горле. Ага. Это не тот, который писал, он укусил меня. Это морг, получается. Сара Смит. Дата смерти 24 февраля 52 года. Так, последний раз ее видели живой 24 февраля. Причина смерти. Глубокие рваные раны в области живота. Внутри брюшные повреждения. Кровопотери. Если смерть наступила в результате внешнего воздействия на насильственную смерть, также необходимо заполнить следующие графы. Несчастные случаи, суицид или убийство, убийства, характерные травмы, рваная рана, нанесенная острым орудием, возможно, ногтями. Если известны дополнительные важные сведения, изложите их в графе на оборотной стороне листа. Подпись «Доктор Боуэн». Примечание. Тело было обнаружено спустя 6-8 часов после смерти. Почки и часть кишечника, по всей видимости, были съедены. Да уж, что за каннибализм здесь творится? Вообще непонятно. А здесь что? Или вернее сказать, что это было. Фу, мерзость! Что-то как-то лечебницу забросили. Оп. И даже трупы не похоронили. Так, видимо, в спешке отсюда убегали. Вообще ничего не пойму. Как такой произвол возможен? Так,
сработает. Сработало. Что ж, проходим. Воу! Нет, подожди, аутобак. Сейчас я за косточками снижу только. Что, выкусило? Теперь надо вот как-то выбираться нам, чувствую. Ладно. Так, это что? Понятно. Здесь я уже был. Мы вернулись в главный холл, где была запертая дверь, где была заблокирована, да, нам проход. Ну, теперь у нас есть карточка. Давайте воспользуемся. Отлично. Все подошло. Заходим. Вот опять эта шавка. Она бросается на нас. Я думал, это сначала волк. Но раз лает, это точно не волк. Тихо, песик. Тихо. Тихо. Сиди, Бобик. Хороший сиди. Что тут у нас? Так, хоть обзавелись куртёжкой какой-то. А то прям на него без слез не взглянешь, как он давай, в этой майке бегает по морозу. Так, ручонки-то короткие. Дотянуться не можем. Опа! Еще и револьвер есть. У нас появился. Интересно, заряжен он или нет? Вижу какой-то стенд. Давайте-ка его посмотрим. Чертов. Стена с заметками. Фотографии леса. Еще там чего-то. Понятно. Кто-то что-то там явно отслеживал. Здесь есть что-нибудь интересное? Сигар. Вот она, заначка. Коробка из-под сигар. Ну, даже и сигара была. Так, это что? Так, Симсина поиск. Волки будут сытые. Пусть. И довольные. Для чего нам она, интересно, понадобится? А, собаке может, можно дать, Бобику.
давайте к этой двери подойдем. Замок надо сбить. Отлично. Это лечебница чем-то мне. Игру Silent Hill первую часть напоминает на Соньке. Также с фонариком, только еще радиоприемника у него не хватает. И какой-нибудь обрезка трубы. Говоря, я не думал, что мы так долго будем бродить по этой лечебнице. Слишком она большая. Больше изнутри, чем казалось снаружи. Что здесь? Непонятно. Так. Проходим. Что здесь такое? Опять блестит. Бочка и замок, да? Конечно, заперто. Давайте-ка посмотрим, что можно сделать. И ладно. Снова сбиваем замок. Два патрона уже минус много. Еще и загорелось тут все. Сваливаем. Мэтт, верхняя станция фуникулера, 1:05. Эй, так, заперто! Кто это сделал? Что-то тут очень-очень мутное сегодня творится. Колень этот толкнулся рогами в калитку, заперто, и поплелся молча за своей проблемной шаболдушкой. Так. А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверить. Так, и что тут у нас такое? Светится. Краска? Ага. Даже не высохла? Высохшая кровь, что ли? Непонятно. Так, это... Кто там очередной? Там смерти. Да. Что тут? В хижину пойдем. Смотри! Топор! Топор — это хорошо. Это какой топор? Рогами отбивайся. Найдена улика. Топор. Давай, ну давай. Что такое? Тут заперто. Не поддается. Ну что смотришь? Ломай дверь. Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно. Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Значит, ты полезешь. Давай-ка ты лезь. Я не пройду, но ты сможешь. И как я, по-твоему, пропихну туда свою задницу? Но ты же влезала в очень тесные джинсы. Ага, пардон? Это талант. Пораскинь мозгами, гений, не пойдет. Начнем с того, что этот маньяк наверняка сидит там под окном и ждет, чтобы сделать из нас кровавую Мэри. Так, ладно. Была не была. Сейчас. Как? Шш, просто руби! Тупая, вместо того, чтобы пролезть... Сейчас действительно услышит. Да уж. Отсюда вывод. Не нужно строить отношения с такими брошенками. Слепо будет.
Привет! Мы же были тут пару часов назад, это сделали только что! Что здесь вообще творится? Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, почём. Но, Мэтт, если допрыгнуть ты не сможешь, что делать? Я не знаю. Он тут прям все в клочья разнес. Думаю, он прекрасно знал, что делает. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить, а? Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну, можно попробовать. Может, там есть радиостанция или телефон, что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Да, найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. А? Каким правилам? Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Ну-ну. Очень мило. Не в моем вкусе. Пытаюсь вытащить нас отсюда, тупица. Посмотри-ка, что я нашла. Возьмем с собой. Жива? Ага. Спасибо. Может, тебе лучше пойти первым, подстраховать меня? Так. Так, осторожно. Так. Ладно, сейчас. О, Господи. Почти. Почти. Что-то мне как-то не дурно. Не смотри вниз. О. Так. Так. Слава богу, что все закончилось. Вот уж точно. А если оно не работает? Что? Ну, радио. Работает. Но если вдруг нет, что будем делать? Может, нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Ты это серьезно? А что такого? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может, и не придется. Думаешь, этот психопат утром возьмет и убежит? Нет. Но может найти укромное местечко и затаиться, переждать. А утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться. Он ожидает, что туда мы и пойдем.
что это такое? Найдена улика. Телефон Бет. Ого, это телефон Бет. Я думал, копы тут все обыскали. А его, похоже, не нашли. Нужно осторожней. Да, Мэтт, я бы предпочла провести вечер, не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть. Мэтт, что это? Не знаю. Господи, боже! До вапити их загнали к краю обрыва. Пришли. Так. Сэм, дом Вашингтонов. Час 11. Одежду сперли. Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Не смешно вообще. Понятно вам? Зато, видимо, тебе такой подарок сейчас подарят. Крис? Джосс? Не поняла. Ты так испугалась, чуть матка у тебя не выпала. Крис? Майк, Эмили? Все, это уже чересчур, повеселились. Было смешно, ха-ха. Вот я гуляю в полотенце. Но только, может быть, уже пора заканчивать, ясно? Хватит с вас. Фоточка. Фотография со школьного бала. 25-го. Верните мою одежду! Готовый. Мне что, все выходные в полотенце теперь разгуливать? Угу. Значит, в полотенце. Если вы хотели меня напугать, радуйтесь, вам удалось.
Кто-то ее запер. Похоже. Ребят, вы здесь? Так, а это что? Общение на автоответчике. Здравствуйте, миссис Вашингтон. Это снова сержант Тейт. Боюсь, у меня плохие новости. Мы проверили его досье. Сделать ничего невозможно. Он на свободе. У нас нет законных оснований ограничивать его перемещение. Я знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но если что, звоните. Конец сообщения. Куда вы все делись? Ого, как странно. Эй! Ну, ребята, с меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Привет, Саманта. Меня ищешь? Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она там делает? Как? Вот птичка купается. Зачем? Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни. Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Джош! Что ты чувствуешь? О боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет, 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 нет! 7. Не надо! Сэм! Нет. Бросаем вазу и бежать. Заткни! Черт, 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 черт! Назначено прыгать. Валим. Валим, делаем ноги. Теперь можно и попробовать спрятаться. Сэм, зачем ты прячешься? Сэм, зачем оттягивать неизбежное? Явно надо валить. Валим. А по прическе похож на доктора нашего психиатра. Нет! Нет!
вообще. Это как понять? Нет ручки! Конечно же, потянем. Давайте попробуем спрятаться. Фонарик бы она еще выключила, вообще бы было классно. Кис, кис, кис. Иди сюда, котеночек. Красавчик а наш. Это было совсем не по плану, правда? Столько тщательных планов, и в решающий момент тебя подвела собственная оплошность. Говорю же, у всех действий есть последствия. Думаешь, за эту ошибку тебя не накажут? Твои поступки, твои слова, они меняют будущее. Ох. Столько работы, чтобы найти корень твоих страхов, а ты используешь это знание во зло. Твой великий страх того, что мертво. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило. А вот стоило оно того или нет, узнаем уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!